Слушай, Пит, я сейчас заполняю анкету для колледжа, и там надо рассказать о себе. То есть продать им себя. Это так тупо. Поможешь мне советом? Ну вот, взять меня. Привет, я Питер Паркер. Мне 25, у меня диплом бакалавра по биофизике, и я люблю лучшую женщину на свете. Хвастун. И лучшую журналистку в этом городе. Да, MJ крутая. Я стараюсь брать пример с другой лучшей женщины на свете. Тёти Мэй. Опять хвастаешься, а? А однажды меня укусил радиоактивный паук, и я обрел суперсилу. А об этом же нельзя писать. Эй, ну, мысль идет своим чередом. Я обратил эти способности на благо людям и против тех, кто желал им зла. Как мой наставник, доктор Отто Октавиус. Его лабораторию закрыл бывший коллега Норман Осборн. В отместку Отто применил биооружие. Я сумел остановить его, но мне это дорого обошлось. Неплохое резюме. Но я же не Питер Паркер. Именно. Ты Майлз Моралес. Тебе 17 лет, ты учишься в Академии Visions. Что еще? Ну, я... время от времени помогаю маме, советнику Рио Моралес, с ее проектами... в Гарлеме. И есть одна девушка, которая меня восхищает и вдохновляет, и я считаю ее одной из лучших наших художников. И меня тоже укусил радиоактивный паук, наделив меня суперсилой. Как быть пауком, я учился у оригинала. Но как быть героем, я научился у папы. Он погиб при взрыве, устроенном Мартином Ли. Добро, которое я творю, это добро, заложенное в меня отцом. Было трудно. Иногда даже сверхспособности недостаточно, чтобы спасти тех, кто нам дорог. Но герой — это тот, кто не сдается. И я не собираюсь. Не знаю. Я не могу рассказать про себя, не упомянув про паука. Все ты можешь! Надо просто... Все готово. Приступим. У меня к тебе просьба. Говори. Если не поможет, не упорствуй. Поможет. У меня осталось мало времени. Я хочу хоть попрощаться. Я не дам болезни взять верх. Я никогда тебя не отпущу. Звонок звенит не просто так. Садитесь. Я здесь!
Доброе утро. Сегодня урок будет вести новый учитель. Привет. Меня зовут Пит... мистер... мистер Паркер. И нам всем очень повезло. Потому что это урок физики, а физика рулит. Вы знаете, что позволяет насекомым и птицам и ящерицам бегать по воде? Два слова. Поверхностное натяжение. Можно выйти? Ладно. А натяжение держится на когезии. Формула тут такая. Натяжение, гамма, равняется силе, приложенной параллельно поверхности жидкости. F, поделенной на длину, L, линии действия этой силы. Кто-нибудь... Мне нужна помощь. Мистер Моралес, так? Вы точно не можете справиться самостоятельно? Точно. Ну, ладно. Прочтите главу 4 или 5, или не знаю. Майлз, я рискую. Если директор вернется, а меня нет, меня уволят. Знаю, но ты только глянь. Почему сегодня? Меня точно уволят. Директор Эванс и так не простит мне это опоздание. Я же говорил, она этого не терпит. Ничего, мы буквально туда и обратно. Хорошо бы, а то у меня потом разговор с психологом по поводу колледжа. О, ты дописал эссе? Даже не начинал. А, ну, давай в центр, побыстрее разберемся с Марко. Скорее двигайте в центр. Мы мчим по Бруклину. Джеймс, он отправил тебя делать репортаж? Не верится, что старина Джей-Джей-Джей твой новый босс. Ха, мне нравится новый режим. Ты быстро приведешь его в чувство. Так это, что там с Марко? Мы уже много лет не виделись. Очевидцы утверждают, что он бежал по Бродвею, выкрикивая что-то невнятное. С их слов он как будто был в бреду, не в себе. Он просто взорвался. Да. Надеюсь, мы сможем его успокоить. Я видела, как люди сходят с ума. Осторожно. Хорошо, что у нас два Человека-паука. Удачи. Спасибо, МДжей. Тут бы пригодились новые наработки. Ни за что. Их еще не тестировали. Это прототип. Но ты взял их, да? Без комментариев. Надо помочь ему, пока не пострадали люди, или он сам. Может, он голоден? Кинем ему что-нибудь пожевать. Открой ротик! Каков план? Отвлеки его! У меня есть идея! Вот черт! Тебе бы выпустить
Йогу не пробовал? Видимо, ему ближе Пилатес. Это идея! Я не говорил, что хорошая! Это должен был быть обычный день! Урок физики! Неловкая болтовня в учительской! Все будет хорошо! Спасите! Человек-паук! Распишешься за доставку! Пока горячее! Конечно! Поймал! Мини-двойники? Мне б таких. Я спустил мистера Тошнотика, но его успело вывернуть мне на костюм. Он не единственный. Песочный человек только что отрыгнул новых друзей. Что за? Он и так умеет? Похоже. Давай скорей! Мистер Паркер. Простите, кто это? Директор Эва. Конечно, директор! Все ученики эвакуированы из здания. Где вы? Мистер Паркер? Я забыл кое-что в машине! Что за шум? Ничего! Работала? То есть я уже бегу назад? Вернитесь к своим ученикам или пеняйте на себя. Не нравится мне это! Я уже рядом! Ты там как? Майл? Директор Эванс звонила! О, черт! Меня исключат? Эй, ты просто прогулял! А я оставил учеников во время ЧП городского масштаба! Да уж, ты попал! Песочный человек! Ненавижу это прозвище! Я знаю, ты на меня зол! Ты здесь вообще ни при чем! Отстань от меня! Я хочу помочь! Только заранее извини! Искра. Я пока послежу, чтобы вода шла. Он оглушен! Стреляй! Одолжи щепотку песка! Вон он что-нибудь заказывал? Сейчас Ганке наколдуешь! Ганке, ты тут?
Чувак, это жесть! Представляю! Эй, слушай, нам нужен большой источник воды рядом с Уолл-стрит. Сейчас гляну карту. Будь осторожен. И вы тоже, мистер Паркер. Хорошо. Что? Он знает? Ганге все знает. И еще мы очень странно вели себя в классе. Нельзя было устраиваться в школу для одаренных. Получай! Хочешь еще? Теперь могу подобраться. Это для вашего блага! Какой на сегодня прогноз погоды? Вероятность дождя 100%! Мы загнали его куда нужно! Ребят, водяной бак на Мэдисон Билдинг. Вот что вам нужно. В нем 10 тысяч галлонов. Хорошо. Спасибо, Гантер. Зря вы ко мне полезли, пауки. Все еще считаешь, что там, где надо? Кажется, я поторопился. Он становится все больше. Продолжай лечь. Мы уже близко. Бак с водой. Человек-паук. Я хотел жить нормально, как все люди. Это не путь, Марко. Для такого, как я, иного пути нет. Это ни в какие ворота! Пит, что случилось? Я оказался снаружи! Просто лезь наверх, я встречу тебя на крыше! Этот бак с водой — единственный шанс! Это надолго. Не тормози, Майлз. Я хотел пожить нормально. Еще не все потеряно. Теперь уже поздно. А, черт! У меня сегодня еще встреча с психологом. А директор думает, что я... С директором я поговорю. Сейчас ты нужен Нью-Йорку. Ты лучшая мама в мире. И прошу, будь осторожен. Текиеро, михо. Как сказала мама, я не могу подвести Нью-Йорк. Соберись!
получилось? Слушали Марка, послушают песочного человека. Майлз? А кто же еще? Есть идеи? Да. Продолжим урок физики. Огромное количество энергии! Что будет с поверхностным натяжением песка, если ты поднимешь напряжение? Бульбури, как когда я вдарил по миньонам! Эх, с плюсом! Если вперёд достаточной энергии, я швырну ее прямо в него! Хочешь, чтоб меня ударил в молнии? Ты справишься! Лишь один способ узнать! Thank you.
готов! Песок везде. Марко, все образуется. Для меня уже давно все решено. Если тебе нужна помощь, просто скажи. Это вам понадобится помощь. Они придут за вами. Кто придет? Размяк на старости лет, Сергей. Эта участь тебе не грозит. Да, я следил за тобой часами, а ты даже не знал. Слабак ты. Ровню. А вы что мне нашли? Сэр, может, новые угодья? Зажгите огни. Охота грядет. Приложение не пашет. Пит, ты это видишь? Да, тут то же самое. Эй, Ганке! Знаю, знаю. Сеть связи накрылась по всему городу. Что происходит с поступающими запросами? Они не пропадут, но... Стоп! Есть у меня один вариант. Давай скорей! Перед тем, как приложение сдохло, пришел вызов с перекрестка Либерти и Бродвея. Направляюсь туда. Просто ужас! Марко, что на тебя нашло?
Вот они. Я помогу, держитесь. Вы как? Теперь нормально. Спасибо. Человек-паук, ты нужен шефу. Человек-паук, можно тебя? Поступил вызов из участка, но связь оборвалась. Нам нужно расчистить дорогу. Понял вас. Получилось. Мистер Паркер, поможете мне починить приложение? Что сделать? Заберитесь на крышу дома на углу Ворд и Лафайет. Какой план? Телекоммуникационную сеть восстановит еще не скоро, так что мы протянем свою сетку. Задача не из простых. Сколько ты к этому готовился? Ну, мечтал я об этом 7 класса, а готовился последнюю пару минут. Там должна быть пусковая установка. Что это такое? Это от одного нового стартапа. Установка для запуска высотных метеодатчиков. И этот стартап дал нам разрешение? Да. Я связался с их главным. Приятный тип. Был рад помочь Человеку-пауку. Ладно, говори, что делать. У тебя же остался 3D-принтер, встроенный в паутинометы. Надо быстро кое-что напечатать. Скидываю чертеж. Пришло. Выглядит как дрон. Ганке, мы не шпионим за людьми. Не, все добровольно. Жители шлют сообщения в приложение, а оно перенаправляет их через дроны. Они называются дроны-ретрансляторы для участливых горожан. ДРУГ. У меня теперь новый друг? Да! В 7 классе я был такой миляга. Ну и? Как поднять эту штуку в воздух? Частоты забиты почти под завязку. Так что держитесь отмеченной траектории. Так сигнал будет более четким. Локальная сеть должна работать. Я уведомлю пользователей. Сообщения вот-вот начнут поступать. Пошло! Ну, за дело. Сообщение о преступлении. Подгони поближе! Давай! Ну же! Времени у нас навалом. Пока копы тут разгребают песок, мы все быстренько обчистим. Грузите в машину! Он здесь! Вломи ему! Кража оружия? Это надо пресечь! Действуем по плану! Кто догадался открыть стрелковый клуб в городе? Ты победишь! Надо подать петицию! Заменим все стрелковые клубы на что-нибудь получше!
Скажем, клуб комплиментов. Они никому не вредят и платить не надо. Например, ты отлично держишь удар. Молодцом! Сейчас ты сдохнешь, паук. А правда, идея-то классная. Меньше стрельбы, больше похвал. Классика! Сколько их? Решили воспользоваться тем, что город завален песком. Знать бы, из-за чего Марков взбесился. Еще приехали. Окажем им теплый прием. В стиле паука. Мешаешь! Это одна из моих способностей. У меня приложение так и не работает. Я знаю. Нельзя же успеть везде сразу. Дай мне минуту. Я перезвоню. Как думаешь, он на меня злится? Стресс иногда маскируется под гнев. Ты пока ищи, кому еще помочь. Теперь как будто ты злишься. Я просто сосредоточен на деле. Мама всегда так и говорит, когда злится. Слушай, мы давно знакомы. Ты хоть раз видел меня сердитым? Дай подумать. Вопрос риторический. Видел. Помнишь, мы пошли к тебе играть в настолку, и ты все время продувал. Я тогда злился не на тебя, а на вселенную. Компилирую новое приложение. Я решил, раз такое дело, заодно доведем его до ума. Нам не нужны примочки, лишь бы видеть заявки граждан. А я о чем? Пока ставится патч, надо бы расширить сеть. Как там дела у Майлза? Она там. Ей было трудно дышать. Майлз не занят? Что нужно? Заберись на крышу соседнего здания. Эй, у тебя голос странный был. Все нормально? Да, просто тут надо много думать. А я голодный. А в торговом аппарате остались только те пресные крекеры. А, блин! Отстой! Переживу. Короче, я наконец взялся реализовать ту идею с апгрейдом. И поможет мне в этом друг, да не один. Это классная шутка, которая тебе пока непонятна. Но скоро поймешь. Thank you.
Так, я на месте. Там где-то должна быть пусковая установка. Что-то я не вижу ни... Все, я нашел установку. Теперь что? Теперь напечатай друга. А, понятно. ДРУГ. Дай угадаю. Для реагирования в условиях глушения? Почти, но важно другое. Тут используются пространственно и темпорально коррелированные сигналы. Распределительные вычисления? Ганкер, ты гений! О, скажешь тоже. Я отметил траекторию для стабильной работы сети. Держись ее, и сигнал будет сильнее. Итак, местная сеть подключилась. Пришло сообщение. Вижу. Я в пути. Парни видели паука у стрелкового клуба. Валим, пока не явился. Привет. Вам помочь? Ключи потеряли. Рядом есть маркер по замкам. Столько бандитов на одну машину. Не перебор ли? Вместо того, чтобы воровать, мы бы, не знаю, людей помогли спасать, что ли? Вытащите меня! Поможет тебе поступить в колледж? Я с ним поговорю, обещаю. Мне пора. Здоровый. Я бы мог сидеть на уроке физики, запоминая абстрактные уравнения для гипотетических ситуаций. Мы победим! Такая физика мне нравится больше. Зря ты с нами связался. Новый запрос. Ганкер, ты молодец. Приложение стало еще лучше. Спасибо. Майлз, ответим на эти вызовы и обратно в школу. Я еще не все сделал. Я разберусь. Мы его не трогали.
еще тут, Марко? Майлз, это МДЖ. Как у тебя дела? Кажется, я опять дерусь с Марко. Он что, уже сбежал? Нет, я на плоту. Он прямо передо мной. Но у меня есть догадка. Погоди, я поговорю с врачами. Так, вы меня разозлили. Я пообщалась с врачами. Там есть что-нибудь наподобие кристалла? Да. Ага. Врачи говорят, что разум Марко буквально раскололся на части. Жуть! И почему эти песочные чуваки бьют меня? Вероятно, это частицы его подсознания. Они защищают то, что скрыто в кристалле. Но по идее, если найти все осколки, ты сможешь собрать его воедино. Тяжело быть человеком из песка! Марко, за что так боролось твое подсознание? Вот ты рядом со мной, а вот тебя уже нет. Говорящий кристалл? Ладно. Похоже, он хранит частичку его памяти. МДЖ сказала, по городу разбросаны другие кристаллы. Буду иметь в виду. Эй, возьмешь последний запрос? Там пассажир застрял в лимузине. Надо собраться. Людям нужна помощь. Понял. Ганке, а мистер Сумида еще там? Да, он сейчас в Хейле. Она тянет время как может. Класс! Надеюсь, он объяснит мне, как писать эссе. И все с ним возишься? Слушай, раз меня уже взяли в УЭС... Я мог бы помочь. Нет, ты и так много для меня делаешь. Если поможешь мне поступить, то потом вечно будешь мне это припоминать. Да, это правда. Может, мне свалить в Хилле? Эй, не подходите к лимузину! Это паук! Бей его! Сверху! Вон там! Они как папарацци, только еще и с пушками! Какие же вы мерзавцы! Да оставьте вы человека в покое! Черт! Отбивайся! Надо глянуть, как там пассажир. Джона Джеймса. Сказать пауку. Эй.
Так, мистер Джеймсон, доставим вас в больницу. Человек-паук, ты не поверишь, кто был в том лимузине. Не терпится узнать. Сейчас только запечатаю гидрант. Мистер Джеймсон, я Человек-паук, вы как? Я захожу, слева! Привет, паук! Смотри, кто здесь! А где? Человек-паук! Светочей моих, вы в порядке? Помогите! Меня почищают! Что? Нет, я вам помогаю! Фотографируйте их! Преступники в масках почищают журналиста! Вы все такой же! Ну, хоть врачам не грубите! Меня похитили! Я согласия не давал! Я не... Угрозы! Всюду одни угрозы! Но Джона Джеймсон с этой темы не съедет! Я с этой темы не съеду! А куда я еду? Куда я еду? Мистер Парк, где вы? Директор Эванс, здрасте. Да, это я, Питер Паркер. Простите, случилось ЧП, я скоро буду, обещаю. Если я не увижу вас через 10 секунд, я... О, нет, связь... плохо... скоро... Не верится, что я это сделал. Где мистер Сумида? А, он только ушел. Сказал, что его ждет отпуск. Что? Это же здорово, Хейли. А, еще, пока тебя не было, я узнал, что меня взяли в программу РЕНТ. Серьезно? Да. То есть полная стипендия? У всех большой день. Жаль, я пропустил. Ох, блин, не могу смотреть. Но и не смотреть не могу. Директор Эванс. Да. Смотрите, кто соизволил явиться. Я знаю, что вы могли подумать. Подумать? Мне очень жаль. Тут и думать не о чем. Знаю. Это просто смешно. Я очень не хотел, чтобы так вышло, и этого точно не повторится. С меня достаточно. Но послушайте... Нет, не послушаю. Вы должны защищать учеников, а не бросать их. Вы уволены. Майлз, я не представляю, как совмещать подвиги с работой. Но я знаю, ты сам разберешься. Привет. Сочувствую насчет работы. Если что, ты не худший учитель, который у нас был. Стоит вписать это в резюме? Слушай, в бюллетень Нью-Йорка предлагают присылать свои фотографии. Я сам вчера отправил. Платят немного, но платят. Это газета Робби Робертсона. Мы раньше вместе работали в Бьюгл. Думаю, я знаю, что ему понравится. Спасибо. Не за что. Будет время, я тоже пошлю им еще пару фоток. Робби говорил... Не показывайте мне город, покажите мне Нью-Йорк.
Хорошо.